друзья, любители живописи. Сегодня последний день весны 2021 года. Мы с вами собрались для того, чтобы сделать определенную такую замечательную картину, которая будет являться как бы некой подобие экзаменационной картиной, там, где мы сможем показать все свои умения, все свои знания, весь свой талант, все, что мы наработали за последний год, вот этих знаний мы сегодня дадим в эту картину. Это у нас уже ритуал, когда мы рисуем каждое первое или второе число июня маковые поля, или маковые букеты, или маковые композиции. Сегодня нам предстоит нарисовать мак, да, который цветет, ниоткуда появляется из земли и вдруг полыхает таким алым цветом. И, конечно же, танцующую девушку в маковых полях, которую мы возьмем с рисунка, да, который мы человек в движении делали. И мы сделаем так, что у нее будет алое окружение. Почему мы это делаем? Я вам быстренько сейчас... Я очень люблю, мы с Володей воспитаны на малявинских работах. Я вам сейчас быстренько пролистаю, как он делал свои вихри танцующих баб, да, в этих в полях, да, и вот в различных, вот его дипломная работа, «Вихрь» называется. Вон они танцуют, кружатся в полях. Знаете, бабы, когда отдыхают после тяжелой работы, они любят кружиться в полях и как бы уподобляясь цветам, уподобляясь земле, небу, превращаться в таких вот, знаете, пляшущих арт-объектов. Кружатся вот они и танцуют там. И посмотрите, какими мазочками все он выстраивал, Малявин. Поэтому мы так любим а-ля прима мазочки. Вот он этих баб с натуры прямо рисовал. Природные. Верю, что такие были в 19 веке бабы. Вот. А вот рисунки. Посмотрите, какие он утонченные рисунки делал этих женщин. Молодая баба и старая баба, да? Но веришь, что такие были. Возможно, что это наша бабушка и прабабушка. Сегодня, как обычно, с нами наши любимые студенты, конечно же, Анечка Мандрик, конечно, Таня Богомолкина и вот Ирочка Коваль к нам присоединилась. И мы начнем. Еще мне нравится очень вот эта постановка у Клода Моне, когда он писал свою любимую жену на низком горизонте и выстроил ее в ветре, как будто она заведует ветром и является частью природы, частью воздуха, частью неба. И как бы она и управляет этим ветром. Мы сегодня тоже попытаемся маки сделать так, чтобы ими управляла эта танцующая баба. Хорошо? Давайте начнем.